Привет. Пришла на фонтаны сегодня с детьми погулять. Посмотреть, какая красота. Смотрите. Вот он, Олимпийский огонь. Там фонтанчики. Колюшка, малыш. С дедушкой гуляем. Классно. Погода сейчас пасмурная. Днем. На море не ходим. Так, чисто подышать. Вот. Люди все ездят по экскурсиям, а вечером все выходят конкретно тусить. Вот. Так что вот такие вот дела. Весело, кайфово, прикольно. Приезжайте в Сочи. Мы всем будем рады, приезжайте. Ну, хотя, кстати, смотрите, сегодня ходили, гуляли на набережную, а все равно загар есть. Хоть я и привыкшая к загару, все равно загораю. Все, давайте увидимся завтра утром на пробежке. Завтра у нас тренировочка. Попробую выбраться на площадку. Приехали родственники, и, к сожалению, все, время немножко занято. Успеваю только побегать. Что-то там 15 минут потягать штангу. Ну, тем не менее. Самая плохая, как говорится, тренировка – это несостоявшаяся тренировка. Пока!